Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 22 ноября 2022 года. Это малышка Ясмина, которая вчера спала, когда ее нашла и зарезервировала мамочка. А сегодня, скажем, мы проснулись. Так, нам не нравится. У меня тут подсветки. Хотела сегодня сделать видео более качественное. Малышка мамочке передает привет, привет. Да, через два дня нам исполняется один месяц. Мы такие крохотушки, вот такие вот крохотушки, да, скажи. Мащушки, мамке привет, скажи, мамуля. Приедет ребенок на Рождество к маме, да. Рождественское маленькое чудо вот такое. Малышка Ясмина. Скоро скажи день рождения у Ясмина. Будем праздновать. А другие выпускники нашего питомника балуют нас фото и видео приветиками из нового дома. На кровати самое то, пишет мамочка Шарлотты из Нижневартовска. Кверху пузиком. Купили зимнюю переноску на всякий случай Шарлотте. Вот такую вот теплую, да. Сеточка закрывается. А еще вчера прислали фото и видео приветик наши братишки цесаревичи. Так, здесь с игрушками Шарлотта, со Стаффордом. Бычий корень доставили. Все развлекаются с бычьим корнем. Очень полезная вкусняшка для собачек. Много минералов в ней. Микро-макроэлементов полезных для здоровья наших питомцев. Натуральная вкусняшка. Так, ко мне тут просится Джина, я так понимаю, да? Это Джина или Ярославна? Кто из вас останется с нами? Кто останется с нами, тот будет Джиной. Ой, кто на ручке? Кто на ручке? Вот такая пупсятина. Ага, ага, ага. Так, ребята, я хотела показать цесаревичей наших. Ребят, все у компьютера, все у компьютера, да. Так, минутку, минутку. Вот она, наши цесаревичи. Посмотрите на наших цесаревичей. Кто помнит, кто узнает парней. Вот эти два брата, которые переехали в новый дом одновременно в одну семью. И вот видео о том, как они себя ведут. Так, это я уже показывала. Это Лилечка, спасибо огромное за чудесные, прекрасные фото-видео-приветики. И попрошайте. Да, что мы хотим? Кто такое? Ты такое? Бибочка. Биба. Ты молчишь? Оба, вот какой попрошайка. Оба, да, да, давай поговорим, давай. А ты кусака, ты маленькая. А ты маленькая кусака. А ты маленькая кусака. Вот такой вот, вот такой попрошайка. Вот такой. Боба, Боба, Боба. Боба, а, попрошайка маленькая. А, кусачка, кусачка. Бибочка, Бибочка. Ты Бибочка. Никак у нас ухо одно не хочет вставать, да? Огромное спасибо, дорогие друзья, владельцы наших выпускников нашего питомника, за такие прекрасные фото-видео приветики. Очень-очень приятно на самом деле получать такие фото-видео приветики, потому что, ну, видно, что ребята счастливы, любимы в новых семьях. Ну и, конечно же, мне за них очень радостно, что малыши попали в хорошие любящие ручки. Ну, давайте, дорогие друзья, пожелаем другим нашим питомцам также найти себе заботливые любящие ручки. У нас еще в питомнике много маленьких очаровательных малышей, открытых для резервирования, готовых к продаже. Видео о жизни наших питомцев делаем ежедневно. Рассказываем, показываем, как живут наши малыши. И если кому-то интересно, пожалуйста, обращайтесь в наш питомник за приобретением таких чудо-деток. Щенки породы чихуа ждут мамочек и папочек.
На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья, но ненадолго. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч.